Все в порядке? Ну да. Но Боженко-то, божечки, изжарили ее. Должно быть, очень любил эту свинку. Кто ты такой? Я Геральт из Ривии. А я Йонтек из... оттуда. Ты один живешь в этой деревеньке? Так все по домам. И Флап, и Хагель, и Бибон. А я только Клауса и Игоря не видал. А это кто такие? Игорь тот полудурок, он еще траву ел. А Клаус, это ж староста. Каждый Клауса знает. А где они, не знаю. Видно, забрали их свинские чары. Эти свиньи заколдованы? Точно! Сам посмотри. Ладно, взгляну я на твоих поросят. Вот и славно. Вроде нормальная свинья, но медальон сходит с ума, и он так был прав, она заколдована. Да, без сомнения, это магия. Йонтек. А? Похоже, свиньи и правда заколдованные. Так. Чары были. Их и попревращало. То есть эти поросята заколдованные люди? Так да. А ты что думал? Помоги. Отколдуй их. Как эти люди превратились в свиней? Так чары же! Я дал Игорю ключ, а он собрал всех, а они и пошли. Какой еще ключ? Ну, этот... Вот, он открывает дом вепря. Взгляну-ка я поближе на этот дом вепря. Где он? Ну, там, за горочкой. Идешь, а потом он. Понял? Я найду. Мне это. Говорю вам, смываться надо. Не свисти. А лучше дай мне что-нибудь потяжелее. Дверь не поддать. Ключ Йонтека и правда подходит. Следы множества людей и чего-то тяжелого. Здесь
Здесь было несколько человек, тащили что-то к выходу. Здесь было несколько человек, тащили что-то к выходу. На рубашке следы от травы, внизу торба. Это должно быть того травника, Игоря. Теперь понятно, почему дом вепря. На дне осталась золотая монета. Здесь, наверное, держали золото. Медальон вибрирует. Значит, эта свинья тоже родом из деревни. Кажется, это прозвучало. Ты меня понимаешь? Ладно, попробуем. Один раз хрю — это да, два раза — нет. Ясно? Ладно, давай поговорим. Здесь лежало золото. Ты знаешь, что с ним стало? Надо обсудить это с Йонтаком. Йонтак говорил, что в деревне нет только травника и старосты. Должно быть, ты один из них. Ты Клаус, деревенский староста. Ты местный травник. Я слышал о тебе. Игорь? Очень приятно. Я Геральт. Знаешь, что это за место? Мы в гробнице? Мы в святилище? Кажется, я понял, что здесь случилось. Это святилище, здесь лежала полная лохань золота. И он так нашел ключ и показал его деревенским, а они позарились на сокровище. Но он и представить не мог, что золото под охраной проклятия. Чтобы снять проклятие, золото нужно вернуть на место. Надо спросить Йонтака, может, он знает, где оно? Похоже, все это превращение — злая шутка. Или его очень неловко наложили.
Готово. Деревня в безопасности. На время. Йонтек. А? Я разобрался, что произошло с местными. На них наложено проклятие. Ага. И что? Сможешь их расколдовать? Да, но тебе придется мне помочь. Добро. А вот любопытно, почему проклятие обошло только тебя? Потому как я с ними не пошел. Так ты не брал золото из святилища? Нет. Ну что оно мне? Проклятие вызвано кражей золота. Ты знаешь, где золото сейчас? Я спрятал. Надо его вернуть, и при этом должны присутствовать все жители. А это как же? Возьми золото, а я соберу свиней. Встретимся на мельнице и все вместе пойдем в дом вепря. Думаю, у нас все получится. Мы спасем их! Я возьму золото! Надо как-то загнать свиней. Может, так себе? Идите к мельнице и ждите меня там. Уважаемый Свинтус, вы позволите? За мной, уважаемый свин. Вот все. Кроме Игоря. Игорь нас ждет. Помнишь, как придем, надо положить золото на старое место. Ага. Ты бери свиней, а я принесу и положу. Идем. Давай на место.
Я снова стал собой. Спасибо тебе. Не время радоваться. Надо всех пересчитать. Почти все здесь. Спасибо тебе, беловолосый. Йонтека благодарите. Он мне очень помог. Это ведь Йонтек принес ключ. Знал, подлюка, что золото проклято. Потому и не захотел с нами пойти. Так это... не я. Это Игорь. Игорь хотел. Не отвертишься, пройдоха. Взять его. Спасите. Кто первый поднимет на Йонтека руку, тот ее и потеряет. Тихо, тихо, мы ж просто... Этот страшило нас живо порубит. Пойдем-ка отсюда. Ух, спасибо. Да, лучше тебе в деревню не возвращаться. Найди себе какое-нибудь другое место. Ну, ладно.